Здравствуйте. Как твои ничего? Беда приключилась. Что случилось? Разбился так же, как и ты когда-то. Как? Напрямую? Я разогнался под полтинник вот здесь вот, на этот мост. Это что? Утром на работе. Оно у меня взяло и выгнулось. Под полтинник разогнался? Оно тебя никак не предупреждало? Ну, оно пикало, оно у меня уже давно пикало. А сколько заряда было? Полное почти. Полное почти? А ты не смотрел, у тебя никакое приложение не стояло там, которое контролирует? Я пытался, я все перепробовал, я даже у жены iPhone взял, у нее это, ну, попробовал, вот я как ты говорил. Да, Nesbot, так он у тебя тоже есть, теперь они сделали, что для... Дружище, все, я разбился так конкретно, вот все, что осталось, да, ну, я вот здесь до кости разодал. Да ты чего? Торчала. Обалдеть. Локти, спина, я вот так вот 7 метров летел по асфальту. Обалдеть. А голову как удалось спасти? Голову не... Я не знаю как, просто, видимо, так... На работу ехал? Да. Ну и что в итоге? Поднялся, колесо целое? Позвонил жене, ну колесо, да, целое, там это все, аккумулятор одна часть только на проводочках торчит. Ага. Потому что винтики боковые раскрутились, да. И оно через него вылезло. Там, в общем, с колесом надо что-то делать, либо продавать его, либо менять аккумулятор. Я вот сейчас под вопросом как бы у меня это... Я купил себе шоссейный велосипед. Я понял. Потому что на работу надо как-то. Да. Это шанда какая-то. Очереди. Мне три трамвая. Ну, в общем, неудобно на транспорте. Была бы прямая там ветка какая-то, чего-то. Никак. А колесо, крышку ты не снимал? Не смотрел? Аккумулятор назад не ставил? Один аккумулятор я снял прямо. Ну? Посмотреть, как он. Ну, а подключил что? Колесо включается? Не включал еще? Включается, выключается. Все ездит так, колесо? Все так же работает. Ну, просто продавил, короче, получается. Оно еще вслед меня догнало, добавило там. Но это ладно, это все. И он, да, просто... Короче, теперь... колено у тебя пострадало, еще что ты говоришь? Оба локтя. Оба локтя. Зажили у тебя как... Все, оба колена. Вот эти штаны были целые, я их обрезал, потому что здесь дыра вот такая. Куртка, ну все. А больше. В чем ты был, в кроссах, либо в легких тапках? В чем ты был? В кроссах, вот сейчас я их не одел, кроссы тоже порвались. Кроссы и тоже вот порвались. И вот здесь у меня дырка на ноге была. А как ты там миновал? Как ты там миновал эти? Там же ограждения эти страшные стоят. Или ты проехал их уже? Ты на подъеме? Рано утром на подъеме. На подъеме. Ага. Я прям по дорожке еду. Прямо под проезжей, да? Да. Ну, это только здесь, я так... Ну да, я понял. Просто забраться, это, там уже я между этими тоже еду. Угу. Не по дороге. И, в общем, оно как-то вот резко выключилось, как ты рассказывал, пум, как будто палку в колесо на скорости. Угу. И я полетел, только смотрю, все крутится. Ну, конечно, травму сразу, все, 3 недели почти пролежал. Что ты там сказал? Ну, сказал, что велосипед упал. Так они даже в мою сторону не посмотрели, зеленки помазали и сказали счастливо. Ни рентгена тебе, ничего. Что, рентген не делали? Вообще, а ну они проверили, что ты ходишь, ноги выпрямляются, что все нормально. Ну, вообще, доктор даже... Нет, доктор же тебя смотрел, он же видел, что ты встаешь, я ложишься. Он сидит, вот пишет вот так вот, я захожу в кабинет, он как писал, так и писал. Это конечно, какая травма? Что случилось? В какой травме? Вот это, как его, на Бухарестской, как он там у нас, теперь там. Я понял. Вот. Он все нормально, все с велосипеда, и пишет дальше, в мою сторону даже голову не Иди там это, типа... Сестра тебя зеленкой смазала? Сестра там повязку... А там где? Кость, ты говоришь, до кости пробил, там тебе шрамов не... Фотки скинем потом, если не сложно. Вот здесь была дырка, и я прям кость свою увидел через это. Ты мне, если не сложно, с фоткой. Ой, в смысле, это, фотки скинь. Фотку скину, пару фоток, как у меня все было. Вот, но я к тому, что это... У меня как бы под вопросом теперь, что мне теперь делать с колесом. Вот такой. Страх появился, да? Нет, вообще никакого страха. Это все. А тогда почему вопрос появился? Вопрос, как мне с ним поступить. Как бы, я посмотрел, а что там на с ним, сайте, если ты говоришь, что с ним все в порядке? Стоит 52 тысячи. Ты же понимаешь, что это... А что, он оторвался, у тебя аккумулятор разрушился? Я так полагаю, что на нем уже нельзя разгоняться. 35, больше 35 нельзя. Ну, слушай, там ты можешь ограничения поставить в программе принудительно. И катать до 35, до 40. У тебя старое колесо, у тебя В3 версия. Вот на твоем колесе и так как-то нельзя зайти, как бы. Как-то посоветоваться с тобой, как мне с ним. Ну, давай зайдешь, пообщаемся. Сейчас мне просто надо лететь. Я вот смотри, у меня 20 минут, у меня ждет человек до 10 часов. Велосипед сыну смотрю. Мы договорились с ним. Сань, заходи, обязательно я обсудим. Я как не пройду, все у тебя замок. И колеси. Так звони, я же 24 часа в сутки работаю, Сань. Я же не могу на одном месте 24 часа сидеть. Ты еще где-то работаешь? Нет,
Нет. Ну ты просто. Мне просто не выжить иначе. Чуть что, ты подъезжаешь, да? Конечно, конечно. Ну ты здесь где-то рядом живешь. Нет, на Гагарина я живу. А, на Гагарина. Ладно, Сань, давай. Давай, удачи. Дай бог здоровья, поправляйся. Давай, аккуратней. Давай, счастливо.